Клиника, где и стены лечат. Задача – создать уникальный кардиоцентр с особым сердечным подходом к пациентам. Помогать в организации такой системы самарским специалистам будет всемирно известный европейский кардиохирург Поль Сержант. Он уже успел понаблюдать за работой наших врачей и поставил самую высокую оценку их профессионализму. Побывал Биль Гейтс и в строящемся здании клиники сердца. Ее концепция основана на комплексном подходе к лечению. В центре нашей работы находится пациент. Хирург должен улучшить качество и продолжительность жизни пациента после операции. Здесь, в клинике сердца, мы хотим сфокусироваться на долгосрочных результатах и таким образом создать отличие данной клиники от множества других. Начиная от входной группы, от регистратуры, заканчивая уже тем, когда пациент выписывается и ему дают выписной эпикриз, все должно быть ему удобно и правильно. Наша задача – создать больницу, где не будет негативных настроений, несмотря на болезнь. Кардиоцентр в своем роде уникальный для России проект государственно-частного партнерства. Само здание уже готово на 80%. Остались отделочные работы. В апреле начнут завозить современное медицинское оборудование. Число операций на открытом сердце увеличится в 2 раза. Здесь можно будет проводить около 12 тысяч кардиохирургических вмешательств в год. Жители Самарской области будут лечиться бесплатно. Принимать планируют и пациентов из других регионов и даже стран. Мы надеемся, что здесь будут в дальнейшем кардиохирургами выполняться уникальные операции. Это должно быть учреждение пациентоориентированное с целью развития медицинского туризма. То есть это и для жителей хватит объема оперативного вмешательства, и, конечно, хватит для развития большой кардиохирургии международного класса. Самарская область уже один из ведущих регионов по развитию кардиохирургической помощи в России. С открытием клиники сердца есть все перспективы заявить о себе и на европейском уровне. Тем более, что будущую команду хирургов теперь можно назвать международной. Принять первых пациентов планируют летом этого года. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.